фестивальный конкурс цветов и цвета открывают дефиле. Все участники креативно подошли к подбору образов, соревнуются в нескольких категориях, например, цветочный костюм, сумочка и шляпка. Наши образы связаны с прекрасными шляпками. Лето и цветы – это, по-моему, самая замечательная история, которую могут придумать. Картину «Красивое лето», как растут эти красивые цветы, и вдохновились, нашли что-то похожее, и вот такие образы у нас получились. В конкурсе разные возрастные группы. Можно встретить совсем юных участниц. Но судьи придерживаются строгой оценки. Учитывается, в частности, качество исполнения и оформления работы, оригинальные решения, яркость, нарядность, раскрытие темы. Раскрываются все по-разному, но за артистичность большинство заслуживает самой высокой оценки. Максимальная оценка, которую могут получить участники, 25 баллов. По итогам судьи выносят свой вердикт и присуждают дипломы лучшим. Самым младшим полагаются и другие подарки. Перед началом и в конце дефиле для гостей подготовили танцевальные номера. Но это не все активности, которые ждали гостей. В рамках фестиваля желающие могли воспользоваться возможностью собрать свой собственный букет. Главный секрет – плохая икебана не получится. Все цветы отлично сочетаются между собой. Мы заранее подготовили такую цветовую гамму, которая, в принципе, сама по себе очень яркая. Яркая, как это лето. Вот. В принципе, тут вот все цвета, но они очень прекрасно и сочно смотрятся. Такой фестиваль уже стал традиционным в городе. Его проводят уже в шестой раз. Многие из участников не в первый раз демонстрируют свою креативность и творческие навыки в создании образов. Уже новые они продемонстрируют в следующем году. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа.